Вода стала по-настоящему дорогим удовольствием для жителей деревни Родинцы. Без нее люди живут уже больше месяца, с тех пор, как в населенном пункте сломалась единственная водонапорная башня. И хоть жители деревни жаловались уже и в водоканал, и в администрацию города, добиться так и не смогли, чтобы им назвали срок, в который проблема решится. Подробности у Екатерины Зубаревой. Две деревни такие, прямо народу столько тут, и все сидим без воды. А случись пожар. Такие собрания в деревне Родинцы уже привычное дело. Тема для обсуждения одна – отсутствие воды в домах. Еще в конце ноября на водонапорной башне, которая снабжает всю деревню, произошла поломка. С тех пор, чтобы набрать воды, местным жителям приходится прилагать немало усилий. Мы ходим под озеро, вот туда, такая крутизна. Мы ходим вот... Ну, ползаем на коленках за водой. Это дела, это вообще беспредел. Как рассказывают сами родинцы, после многочисленных обращений в коммунальные службы специалисты приступили к работе и начали менять трубы. И даже вода в домах появилась. Правда, ненадолго. Сгорел двигатель, насос сгорел. Вот. После этого, значит, дня через три приехали, вчера это было, двигатель начали, хотели достать его, заменить. Так, не получилось, кран застрял. И они с утра до часу буксовали. Вот. Все, уехали ни с чем, потому что погодные условия такие, что не могли заехать. Сегодня работы на водонапорной башне возобновили. Устранить поломку коммунальщики обещают до Нового года, если не помешают холода. При минус 10 техника работать не может. Однако жители ждать не намерены. Они готовят очередное письмо в прокуратуру с просьбой принять меры. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.